дашь мне еще? Угу. А если мне не хватит? Ничего не хватит. Ну, хоть я бы сказал, что камера здесь. Другое бы слово подобрал. Да. Похуже, Маня? Да, Маня. Максим. Не хочу, что разговаривать. Ну это вообще отбой такой по таким. Ты с Марселя летел? Да. Сколько? Ну, там, ну есть там только один рейс в день, там вообще какие-то непонятные города. А как бы ты летел, если бы не с Марселя? Ну до Парижа на машине. А, до Парижа. А, ну у тебя на машине сколько до Парижа? 2 часа. Нет, там много рейсов было. А, да? А ну хотя до Анталии, до Стамбула. Руис. Полный 13. Да, да, да. А завтра сколько? Сегодня сколько? Завтра будет. Сегодня? 3? 0-6. С нами на 3. Да ладно. Да. Пойдем побегаем. Ворон, сумма, все так вот, по 20, потому что стандарт остается, полагается на первую игру. Окей? Поехали. Окей, идем сюда. Давай, Дан, и Муха. Раз, два, играй. Там, Стенька, так, окей. После этого, далеко. Не курить все время разминаться на это место. На эту сторону, потом идет на ту сторону. Да, Виталий! Один надо взять и поменяешься. Меня возьми. Пробейте, пожалуйста. А добивание там фасон. Причем, знаешь, выходишь, на первый тайм нормально, а второй вообще. А у меня наоборот было, у меня, знаешь, в первом тайме вышел после разминки, пальцы замерзли, а во втором, видимо, уже привыкли, уже все равно, и нормально было. Не, у меня обычно, когда уже на второй выходишь, на прохладный, знаешь, все начинается. Да. Не, у меня немножко под конец игры привыкает организм. И какие удары еще у них после ее? Виталий, они после теста смогут? После ее уже, мне кажется, они... Давайте мы тоже закончим. Ну все, все нормально. Спасибо. 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 Да, мы до победы. Да, Матвей, наверное, закончим. Ты со мной что-то выдумываешь все время. Саба ВС врубил. Помнишь, Саба? Когда? Украина. Чемпионатика, да? Да, да. Я все ждал, когда ты будешь эту свою корону вправо. А вот в это? Ну. Чай будешь? А? Чай.
Антон, забиваешь, баунти тебе дарю. Три. Как это? Сам съем. Раз и не сюда вот. Можно потому что вот сюда. Я клянусь, я был, даже я думал, я знал, что ты это будешь делать. Ну да. Ну это то есть минус минус. Типа ты вот эти подбираешь, типа не сюда, а получается вот сюда. А? Он говорит, мы сегодня пилаты. Дима, 15 секунд. Ну, он говорит, Соболь, бассейн, пойдем, мы сегодня пилаты. Пойдем, пилаты, девочки. Так что, Далер, у тебя сейчас как во Франции? Восток, Брасен, кто ты там? Вопрос про гречу будет по-любому. Да. А в какой момент ты перестал говорить гречка и стал говорить гречка? А я гречка? А когда я говорил гречка? А не говорил никогда? Всегда было гречка? Так по-разному я не замечал. Просто гречка — это же чисто питерский диалект. Ну, я же культурный человек. Поребрик, парадная. Друзья, Гошан? Коллеги, готовы? У нас следующий спикер готов. Я думаю, что интрига будет закончиться не в апреле, как это обычно бывает, а в мае. Угу. Далер, нельзя обойтись вопросы без гречки. Кормили ли в сборной гречку? Да, да. Вчера на ужине я насладился замечательной русской гречей.